Ассаламу алейкум. Здравствуйте, доброе утро, уважаемые телезрители. Добро пожаловать к нам в кафе «Казан Кебаб». Сегодня мы с моим братом Дильшодом приготовим узбекский плов. Для нашего блюда понадобится баранина, мякоть, курдючное сало баранье, лук, морковь, рис, горох, нут, шафран, кишмиш обязательно. Я покажу вам, как разделывать мясо. Берем баранину, мякоть, нарезаем на довольно-таки крупные куски. А пока тем временем мой брат поможет мне с овощами. Он будет нарезать лук и морковь соломкой. Мясо разделано на довольно-таки большие ломти такие, чтобы мясо не потеряло свою сочность и вкусовые качества. Также мы берем курдюк приблизительно такими же кусками. Мясо курдючное сало мы приготовили. Дильшод нарезал для нас лук. Может переходить к морковке. А я тем временем начну закладывать мясо, лук и начнем жарить. Теперь, когда у нас мясо и овощи готовы, мы приступаем к самому процессу жарения. Наливаем в казан небольшое количество масла и довольно-таки достаточно прогреваем, чтобы у нас курдючное сало обжарилось и стало золотистой румяной. Я сам с детства очень люблю плов, потому что у меня бабушка, дедушка баловали нас всегда, когда у них были выходные, праздники. Почему именно праздничный плов? Потому что на празднике у нас на хорге ош, когда большое количество людей приглашают в больших казанах по 100, по 200 килограммов, варят плов и угощают, делятся своим праздником с ближними. Курдюк мы снимаем, уже золотистый цвет есть. И масло пропиталось запахом курдючного сала. Теперь мы можем закладывать мясо. Также отправляем в казан. Мясо тоже обжариваем до золотистой корочки. Сильно пережаривать тоже не стоит, потому что мясо может получиться очень сухим. Теперь, когда мясо обжарили мы до золотистого цвета, берем лук и закладываем его в казан. После закладки лука обжариваем лук и мясо до получения золотистого цвета, как у нас среди узбеков поваров говорят, чтобы цвет блондинки получился у лука такой же цвет. Как вы заметили, мы не добавляем соли для того, чтобы мясо не получилось жестким, чтобы мясо впитало все соки от лука и было сочным. Лук у нас прожарился, готов. Теперь можно закладывать морковку, нарезанную соломкой. Заметьте, морковку не перемешиваем. Прям слоем сверху кладем курдюк. Теперь берем горох нут, предварительно замоченный, и высыпаем сверху. Берем кишмиш, также небольшое количество, отправляем в казан. Берем соль, слегка солим. Учитывайте то, что при замочке риса вы тоже будете добавлять немножко соли. Затем берем шафран, добавляем совсем чуть-чуть. Для насыщенного цвета
и неповторимого аромата, чтобы плов получился волшебным, золотистым. И заливаем кипятком. С таким расчетом, чтобы все продукты слегка всплывали. Традиционно у нас к плову подается салат ачик-чичук. Сейчас мой брат Дельшот покажет для вас, как этот салат нарезать. Нарезается тоненькими колечками. Лук обязательно споласкиваем холодной проточной водой, чтобы горечь смыть. Затем берем помидоры, разрезаем напополам и также нарезаем тоненькими пластинками. Здесь, как вы заметили, помидоры и лука достаточно много. Затем берем чили, перец острый. Также нарезаем тонко-тонко. Так как наша пища очень калорийная и насыщенная, мы предпочитаем свежие овощи в салатах. Солим. Перемешиваем. Выкладываем наш салат в салатник. Украшаем зеленью. Салат готов. Легко и просто. Та смесь, которая сейчас у нас в казане кипит, это до закладки риса, мясо, овощи, специи, горох. Все это называется зравак. Теперь, когда у нас зравак готов, мы можем начинать закладку риса. Раскладываем поверху, без водички. Как вы заметили, рис уже промытый и предварительно замоченный, чтобы рис при тушении не рассыпался и получился рассыпчатым. Аккуратненько переворачиваем только рис. Заметьте, только рис, не перемешиваем. Тем самым слегка разрыхляем рис, чтобы он не прилип и не слился. Вот. После того, как мы рис перемешали, берем зиру, заметьте, не молотую, и посыпаем поверх риса, раздавливая специи, чтобы они давали изумительный аромат. Теперь накрываем крышкой, ставим на медленный огонь и оставляем рис на 20 минут до полного приготовления. Когда плов готов, аккуратненько вытаскиваем мясо. Я вытаскиваю мясо для того, чтобы можно было всю массу плова размешать. Я нарезаю мясо, а чтобы плов не остыл, я попрошу брата, чтобы он уже накладывал на лядян. Мясо нарезаем кубиками, можно пластинами, кому как вкуснее. Как вы заметили, рис получился рассыпчатый, сам плов. Рисинки один к одному. Желательно мясо нарезать единовременно закладкой плова, чтобы плов и мясо не успели остыть. Наш плов готов. Приятного аппетита. Салатик. Мы вас всех ждем в нашем кафе. Добро пожаловать.